Погоняли мы всего пару аккумуляторов, но тем не менее, я попробовал коптер на револьте втором. Причем это прошивка, которой никого пока нет. Я не могу как бы обсуждать подробности, но скажу так, эта прошивка, конечно, решает все. Ребят, я до этого летал на револьте, но это нормально, в принципе, контроллер хорошо летит, но так как летит этот контроллер, я еще никогда не пробовал. Подобное ощущение испытывал, когда я первый раз полетел в симуляторе и подумал, что? Почему? А где физика? Где плотность воздуха? Почему нет гравитации и что-то такое? Вам дали очки, которые подсоединены к симулятору. И просто фантастика, как он ведет себя. Может быть, по видео не совсем понятно, и мне не разрешили хорошенько дать ему жару. Так как он летит, я еще никогда не испытывал схожих ощущений. Это действительно супер, супер крепко держится он за воздух. Просто такое ощущение, что летишь в воде. Есть, конечно, проблемы. Это небольшие смещения болтанка по яву, но я думаю, они допилят обязательно эту прошивочку. Также могу сказать, что коптер вот буквально прошит был вчера ночью. Ты. Просто разработчик накатил конфиг поверх, и больше ничего он, в принципе, не делал. Как эта штука летит, это просто фантастика. А я никого не призываю срочно бежать покупать револьт, но сейчас я могу точно сказать, что ребята, которые занимаются разработкой этой прошивки, они не зря требуют деньги за свой контроллер. Прошивки от других вендоров, они тоже потихонечку допилятся и будут такими же. Но пока в ближайшем будущем, мне кажется, полгода-год, все-таки такого ощущения от Battlefield вы не получите. Ну, у меня просто такое ощущение. Это действительно просто охрененно. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.